Так, вот в таком состоянии в прошлый раз оставили, да? Ну, давайте мы сейчас сделаем тут этот мотор халбы, или ж забыл по-русски, зараза. Но там багажник, а здесь капот. Вот, капот сделаем. Так, он в таких машинах интересный. Так, давайте мы возьмем кубик. Сейчас вот он, кубик, потащим его вот сюда, поуменьшим, естественно, где-то так, потом поуменьшим по Z, вот тоже вот так вот, наверное, и G вытащим его, так, ну, где-то так, хорошо. Можно, конечно, сделать поболее маленько. Давайте, наверное, побольше сделаем. Я сейчас объясню, почему. Так. Мы сделаем следующее. Опять скажем S, и по Z мы его увеличим. Вот так. То есть я хочу его просто вот сюда вывести. И как бы топить маленько. Сейчас мы это сделаем. Вот так. Вот. Даже можно, наверное, чуть-чуть. Ну да ладно, сейчас посмотрим. Давайте мы включим вот этот. Вот. Сначала. И сделаем следующее. Сейчас выделим, пойдем в объект Edit и выделим полигон вот этот. Так, ну тут нам надо будет вот так, наверное. Так, полигон полигоном. Но лучше, мне кажется, все-таки. Так, давайте-ка я отмечу. Все. Зажав Shift. Так. Где по Y-ку. Так, так. Теперь надо сделать прозрачно, чтобы я видел, что происходит. И вот эти. О, нет, нет. Надо заселектировать их вот так. Так. И чуть-чуть подвинуть. Вот в эту сторону. Так. И теперь это по иксу раздвинуть чуть-чуть. Вот так. Здорово. Ну и остается только выделить эти точки. Вот эти вот точки выделить. И взять S. И вот так потянуть. И посмотреть, что получилось. Так, я смотрю, не стоит ли чуть-чуть опустить его. Все надо проверять. Да, мы линчика опустим, конечно. Для этого выберем. Вот так хорошо будет. Так. Далее мы возьмем ножик, вернее, вот этот луп. И вот здесь разделим. Для чего? Ну, для того, что я хочу немножко поднять в этих местах. То есть сделать ему такой, как бы, приподнятый капотик. Напоминание о старине. Так.
Не, нам туда не надо, вот здесь. G, G и Z. Вот так. Чуть-чуть сделаем его. Вот и будет чудненько. Посмотрим сбоку. Три. Так. Угу. И видим, что нам надо теперь назад это подвинуть. Так, нет, не это. А выделить. Вот так. Юх. И потянуть назад. Назад-то чуть опустим еще. О! Тут что-то произошло. Ничего, сейчас попробуем. Достаточно включить вот это, и сразу мы увидим, в чем тут дело, что мы тут натворили. Один из этих утянулся куда-то. Ну-ка. Сейчас я его... Следующий момент мы с вами сделаем так. То есть выделим объекты. Вот, нам вот это надо, стекла поделать. Сейчас мы сделаем. Первое, что мы сделаем... Мы перейдем в режим редактирования, конечно же, да? Вот они у нас здесь. Я сделал еще несколько ребер ножичком. Так это прошелся. Ну и теперь давайте будем выделять, селектировать. Так. И. Так. Видите, вот тут лишняя грань появляется, там где шпигелинг у нас, где mirror. Поэтому в это же время нажимаем B, это, вот пока не отпустили, нажимаем B, и у нас один исчезает. Так, вот, видите, хорошо получилось. Теперь идем дальше. То же самое сейчас мы с вами и... Нет. Вот здесь делаем и тянем, да? И видим, что получается ерундень. Почему? Потому что вот здесь у нас надо поставить бандары. И релатив можем поставить еще. Ну-ка, теперь. Стоит, да? Оно все равно ерунду какую-то показывает. Ну, ну ладно. Сейчас посмотрим дальше, в чем дело. Ну-ка, здесь. Просто и. Да, он как бы интересно так делает, да? Но я говорю, что это вот в этих настройках что-то надо. Может быть, вот так поставить. Он по-прежнему как бы делает, но не то, что нам надо. Я знаю, что оно как бы действует на это, но вот в нашем случае что-то оно не действует. Ладно, если что, мы всегда сможем это поправить. Так, и
индивидуально поставим, чтобы она индивидуально эти окошки делала. Так, вот здесь тоже. А, нет, здесь потом сделаем. Так, теперь еще раз и зажав. Вот сейчас он что-то сделал, но мало. Еще раз. Так, и потянули. Да и вот еще-то проблема. И зажимаем. В это время появляется вот этот вот. Ну что ж такое-то? Вроде уже получалось. Давайте попробуем две и подтянем. Вместо этого выскакивает эта штука. Ну ладно. Это интересное кино, ребят. Это выдвигать. Это задвигать. Так. Ладно, сейчас попробуем пробовать с вами. Я вас отключу, чтобы потренироваться, а потом подключу. В общем, как я понимаю, это, скорее всего, какой-то баг непонятный. Поэтому я не буду с ним мучиться. Уже поздно. Так. Ну и вот тут осталось мне еще. Вот так разрезать. Хорошо. И вот тут. Так у нас получилось более-менее. Ну а теперь мы просто с вами поступим. Так, вот этот, конечно, немножко подгулял. Ну, мы сейчас его поправим. Вот это вот точечку. Так, стоп, 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 стоп. Я возьму просто вот этот. Так. И чуть подвину по кругу. Вот так. Сделаю как бы одинаково. Потом вот эти вот можно по Y чуть подвинуть. Так, это нам не нужно, эта штука. Ну, ладно. То есть, в принципе, вы поняли, да? Можно двигать как хочешь, но нам надо Y. Так. Ну и все, да? Теперь смотрим, что у нас получилось. Так. Вот это тоже по X. Вот так поправим. Да и все. То же самое здесь. Понимаю, что что-то неправильно, но, ребят, лучше доделать, чем мучиться. В следующий раз уже мы с вами это выясним, в чем тут дело. Топология здесь, конечно, нарушилась теперь. Надо было туда провести и сюда провести. Ну, для окошек хватит нам, в принципе, этой топологии. Секунду, значит, это мы выделили. Ось у нас X. Вот так. Все. Теперь мы можем просто делать следующим образом. То есть выделять полигон. Вот так. И экструдировать его внутрь. Так, то образовавшееся нам надо будет потом удалить. То же самое здесь. И то же самое подтянем. Так. И вот это тоже потянем ее по Y. Вот так. Так, хорошо. Вот
Этот полигон нам надо удалить. Он нам не нужен совершенно. Так, и вот этот. Он только мешаться будет. Фейс. Вот тут. Я надеюсь, что все будет нормально. Надейся, надейся. Сам не плашай. Ну окей. Привет. Теперь мы с вами уже сделали полностью. Больше делать ничего не надо. И завтра, если нам повезет по времени, то мы с вами еще и покрасим. А пока я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующих встреч в эфире.